Башню речного вокзала и знаменитый шпиль отреставрировали. По словам собственника здания, до ремонта конструкция была чуть ли не опасной. Держалась неустойчиво, во многих местах проржавела. Само здание вокзала тем временем продолжают восстанавливать. Рабочие доделали восточное крыло, туда уже въехали арендаторы. Внутри будут ресторан и офисы. На сегодня реставрацию продолжают в западной и центральной части. Ремонтируют лестницу. Владелец уверяет, свой исторический облик речвокзал не потеряет. Восстанавливать его продолжат и зимой. Работы должны закончить в сентябре следующего года. Будем работать, пока будут позволять условия. То есть прогревочные станции, все, что необходимо. Укрывать будем. В сильные морозы не будем, конечно, строить, потому что мы понимаем, что лучше построить качественно.